Привет, друзья! Сегодня мы на CSGO.NET'е попытаемся окупиться со 100 рублей. Не знаю, что за это, правда, получится. На форсе у нас все получилось. А здесь не знаю, как здесь вообще что получилось. Ну, попробуем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Это очень большая поддержка, правда. То есть, как бы я буду знать, что вам это нравится, что я стараюсь для вас. Так. Ладно, давайте начнем. С чего мы начнем? А давайте с банка, наверное, попробуем. У нас же всего 100 рублей, в принципе, как бы немного. Ну-ка, давайте, давай, 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 давай. Банк, дай нам что-нибудь. Нет, банк нам ничего не дает. Ага. Давайте попробуем 2 фастома. Не дал. Так, у нас есть 3. Не продаем. Идем. Ага. А давайте попробуем. Почему бы нет? Ну, я понимаю, что он... Ого, да ладно. Серьезно? Ребят, ну, у меня, вот как вам сказать... Да я в шоке. В смысле, что, видео будет такое, как... Ну, все, мы окупились, во, пожалуйста, это... Да ладно. Так, секундочку, у нас 20 рублей еще есть. Мы сейчас... Что нам за 20 открыть? Ну, давай. А, давай один вот этот фастом, бам. Ага, понятно. И 7 рублей. Давайте лак. Фастом. Так, идем в контракты. Так, этот мы не закидываем в контракт, мы его выведем, потому что мы как бы уже окупились, при том 3 раза нормально. И тут у нас еще за 25 упадает. Окей, крутим, друзья, крутим. Ну, мы окупились, вы это сами видели, то есть как бы без всяких подкуток. Я его сейчас выведу, вы сами увидите все, что это реально, без всякой рекламы там или еще что-то, что это реально... Реальный шанс. 3. Жопа. И у нас тут... Ну, не выпадет что-то дорогое. 16. Окей. Ну, смотрите, сливать-то у нас все равно как бы не сливает. То есть у нас 21 рубль еще, да? Так, 21 это у нас получится... давайте... Обычным открыванием. И. Вот у нас... А, у нас... Ну, то есть, как бы... А, ну, как бы... Фигня полная. Да как бы нет. То есть, у нас еще... То, смотрите, он не сливает же и не хочет, чтобы мы выиграли. То есть он как бы дал уже, скажет, хватит вам, ребята, и это давайте. Ты записал свой ролик, иди домой. Все, хватит. Мы же настойчивые. Мы будем до конца с ним пилиться. Пока он нас не полностью не сожрет. Два дигла. Угу. Я не знаю, что это значит. Скумбрия. 12 рублей. Ну и, наверное, как бы вроде бы, походу, это все. Так. Давайте попробуем. Мне интересно, я, кстати, как бы как-то пару раз пробовал. Блин. А гадюка. Мы еще и выиграли. А да, конечно. Того у нас и того. 13 рублей? Ну, давайте еще тогда. Давайте уж до талого, может, что-нибудь... Может, фиолетовый что-нибудь выберет. Ну, много, кстати, много-много летает. Но... Револьвер. Ну, поиграем. Ну, видать, на этом... А, нет, мы на этом не прощаемся, друзья. Мы же это... Нам же надо вывести же нам надо. Давайте запросим.
чтобы вы поняли, что это не какой-то там обман или еще что-то. Ну, сами понимаете, что все по-честному. Закинул 100 рублей, вывел 320, плюс еще мы сколько поиграли, ну, покрутили кейсы. Так что такое-то? Ну, начинается беда, беда. У них, кстати, вот на форсе, по-моему, это быстрее покупка идет. У них вот хрень прямо напрягает, если честно. Ну, да что ж такое-то? Сейчас вот. Здесь уже один ширк. Да, я до этого открывал, кстати, кейсы. Много здесь открывал кейсы. Самое дорогое мне выпадало здесь вот 800 рублей с красной зерь. Как бы все. Больше мне ничего здесь такого дорогого не выпадало. Вот. Куплено. Ждем. Ждем продавца. Так, открываем Steam. И ждем. Друзья, пожалуйста, поставьте этому видео лайк. Подпишитесь, нажмите на колокольчик. Все, дальше будем интереснее что-то делать. Какие-то там, не знаю, больше денег закидывать, стараться там другие какие-то кейсы открывать. Другие сайты пишите под видео. Какие сайты вы еще знали, где открывали, где можно хорошо окупиться, где вы окупались. Так вот, пожалуйста, вот пришло ответ на приложение. И туда. Все. Вот, пожалуйста, еще и с наклеечками. Смотрите, как. Немного. Блин, ну все, прям. Ребят, тут прям надо лайк будет поставить этому видео и подписаться. Все. Всем пока. Всем удачи.